Когда тебе 3 или даже меньше, а вокруг столько всего интересного, сосед, его игрушки, оранжевые полосы разделители, дистанция в 7, а то и 10 метров кажется непреодолимой, да и непонятно, чего все кричат. Наверное, поэтому маленький спринтер Рома решил сойти с середины дистанции и расплакался. Вы бы нас видели, пока мы тут целый час гуляли, он у нас ползал, он все обползал, все ему интересно, да, тут? А вот как бегать, видимо, не заставишь ребенка, да. По принуждению мы не бегаем. Бананы – любимое лакомство маленького Леши, поэтому вопросов, чем стимулировать ребенка, не было. Только вот мама перепутала финишную прямую и наградила спринтера раньше, чем полагается. Вот малыш и расслабился. Мы на самом деле думали, что надо прибежать гораздо меньше, а на самом деле оказалось, что надо дальше бежать, и мы чуть-чуть затормозили. Бананы – это наше любимое лакомство, которое приведет нас, если не к победе, то к большим успехам. В этом году заявок на участие в чемпионате по бегу в ползунках «Маленький спринтер» было более 170. У организаторов была нелегкая задача отобрать самых необычных и креативных. Таковых оказалось 64. А больше просто и нельзя. Спортсмены ведь маленькие, неусидчивые и долго ждать старта не могут. Мы полагаем, что вот социальная политика, она еще и такая. Это не только слова о том, что у нас в Нижегородской области за последний год больше, чем на миллиард увеличилась помощь в разных видах семьям с детьми. Это важно, это здорово, но вот такие праздники, они тоже очень важны, потому что они добавляют того позитива, который необходим в жизни каждой семьи. Маленькие спринтеры так набегались и наигрались, что сил уже ни на что не осталось. Вот и один из победителей устал раздавать интервью и почти заснул на плече у папы. Мы не сомневались, да, что мы выиграем. Почему? Потому что мы знали, потому что у нас очень активный ребенок. Мы с ним с самого начала занимались, с самого рождения. И если дети уже расслабились, то вот организаторы наоборот задумались. Может быть, чемпионат по районам устраивать, чтобы больше маленьких спринтеров могли покорять новые дистанции. Алевтина Батурина, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.